Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня хочу рассказать, как создать свое королевство в версии игры 1.7.1. Захватываете город или замок, назначаете губернатора. Если вы играли за какое-то королевство, покидаете его. Оставляете себе все владения, не отказываетесь, а сохраняете. С кем вы вместе были, объявляют вам сразу войну. Это обязательно, но теперь вы заходите в город или замок, зовете своего губернатора и говорите ему: пора совершить исторический шаг, оповестить об основании нашего королевства. Я в вашем распоряжении. Выбираем язык имперский, но у меня была империя. Так, с имперскими законами очень хорошо. Я назову его 3 единицы. Да будет так. И вот у нас свое королевство. Называется оно 3 единицы, или название поменяем по ходу, как кто захочет. В дипломатии воюем мы только с тем королевством, у которого мы служили и с помощью которого захватывали свои города и замки. С остальными начинаем налаживать отношения или воевать. Переманиваем на свою сторону кланы, создаем отряды, вносим законы. Ну, в общем, все как всегда. Рад, если смог вам помочь. Не забывайте ставить лайки. И до новых серий.